Сегодня в поселке Цуров проходит митинг. Как мне изначально сказали, будет прям акция протеста против строительства ветряных мельниц. Когда я уже пришел сюда, я понял, что это будет в скрытом помещении, то есть не типичный уличный митинг, как я это подразумевал. Баба тоже пришла бастовать против ветряных мельниц. Скажи, почему ты против? Потому что я люблю птичек, мне их жалко. Я уже дома. По факту это были банальные публичные слушания, ну как банальные, организованные снизу, организовал простой мужик из нашей деревни, вот, но туда пришли представители застройщика, представители власти. Пришедшие очень долго, часа 4, сидели и обсуждали все за и против строительства ветряных мельниц. Большинство против, местные жители, потому что они от этого только проиграют. За строительство ветряков выступает только компания-застройщик. Те люди, которые могут дать хорошую сумму на строительство, потом они будут платить меньше электроэнергию. А также фермеры, которые отдают свою землю под строительство ветряков, за это они будут получать 50 тысяч евро в год. А простые граждане, кроме как ухудшения экологии, ничего не получат. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем. Будет много всего интересного. До новых встреч!